Всем привет, ребята! Сегодня какое число? 31 мая. Сегодня 31 мая. Через 2 дня у меня день рождения. Сейчас у нас немножечко сломалась машина, у нас не работал прикуриватель, у нас перегорел предохранитель. Диманчик его сломал. Когда ты начал там все чинить, я думаю, а нужна мне машина, вообще, может, не надо? Тогда и нет цели, да, не на что копить, получается. Почему? Я просто куплю машину, которая не ломается. Сейчас мы едем в магазин, чтобы прикупить всякие штучки к моему дню рождения, потому что я собираюсь устроить мега крутую тусовку. Сомневаюсь, что, конечно, она будет мега супер крутая, но... Блин, наконец-то. Я на самом деле не понимаю, когда люди говорят, надевайте маски, а сами охранники стоят вот так вот, типа. Это вообще бред. Это типа, вы должны купить маску, но вы можете ее носить просто на ухе, чтобы она была у вас. Вот, мы, короче, приехали покупать всякие штучки к дню рождения моему. Я бы очень-очень хочу купить всякие напитки. Я хочу найти розовый краситель. Вот, если его тут нет, очень жаль, чтобы, короче, на самом дне рождения разбавлять спрайт или какую-то, ну, газировку светлую розовым красителем, чтобы был красивый цвет. Надеюсь, я найду это. Мы, короче, взяли... такой ой, наборчик Mountain Dew, так как будет очень много людей. Диджей, хей, будет людей, music. Наверное, ну человек, ну я думаю, 50 точно будет. Больше 80, ну, ладно, 50, окей. Это 100%. Окей, вот, давайте берем Mountain Dew, это вкусно. Тогда спрайтик, чтобы его красить. Может быть, фанту шоката? Какой не вкус? Давай возьмем одну бутылочку, купим и попробуем. Попробуй. А, она не синяя, она белая. Она как будто это... Она белая. Короче, у нас вот такой вот наборчик. Ой, эта тачка неуправляемая. Мой парень так активно занимается, ну, как спасибо. Бы, помощью мне. Да, спасибо. Это правда, спасибо, Ев. Можно... Нет, я говорю про того. Ну, он уже бывший. А, ну это один он из уже... парней. Нет, он уже бывший, он уже бывший. Ясно, Гер, спасибо, что помогаешь, очень приятно. Гер, очень приятно, он ничто, я не знаю, ну, я не видела, чтобы лично мне он что-то помог сделать к дню рождения. Евгеры, пора вам переименовывать. Короче, ребята, я нашла сиропы. Давайте купим какие-то сиропы. Нет, вкусные. Да, Ром, смотри, блин. И эти сиропы, они со вкусом, плюс они могут окрашивать. Может, возьмем что-нибудь? У нас тут есть вот разные, но какой из них окрашивает в розовый? Маленькая. Она розовая? Вот это как будто прикольно. Вау, Ева, это может коктейли делать. Давай возьмем такую, давай возьмем такую. Что такое? Переведи англий. Это сироп. Это для поддерживания. Блю. Курака. Берем вот эту и берем зеленый. Ты будешь барменом у меня. Может быть, алкогольные эти шоты? Почему нет? Можно алкогольные сделать? Есть же 18. Да, есть. Мы можем вызвать бармена, кстати. А нет, зачем? Потому что все придут и будут какать. Ну, принцессы не какают. Давайте возьмем, которая смывается, эта штучка. То они все время их скапливают, как будто... Да, это бесит. Я всегда покупаю смываемой штукой. Как будто какой-то... Ребята, пишите в комментариях, а какую покупаете вы? Талисман. Как будто талисманы складывают, и они не смывают. Маленький Хрюшкин ко мне сел. Маленький Хрюшкин. У Евы этот влог набьет больше просмотров, чем у тебя, артист Гарри. Как ты подумаешь, что он, типа, ему плохо тут стало? Извините, а тут человек лежит. Гер, ну вставай, ты достал. Сижу, крашусь, потому что надо. Завтра день рождения, поэтому буду классный. Чуть-чуть буду светлее. Это и прикольно. Ого. Ого. Слушай, прикольно. Тебя не видно, но это все равно прикольно. Как ты розовую убрала? Мне красит. А вы все с фонарями, а я нет. Миллерша, ты что? Просто шоу. Кто эта девушка? Как ты? Хорошо. Как дела? Нормально. Ребята, я уже покрасилась. И вот так вот все классно выглядит. Как тебе? Хорошо, очень нравится. Я хочу сам подстричься. Ой, покрасить. Мне тоже очень нравится. Наконец-то я снова блонд. Такой натуральный, так скажем. Вот. А еще внизу огромное количество шариков. Потому что уже завтра у меня вечеринка. Шарики. Сколько их много. И какие они красивые. Они супер красивые. Что? Они похожи на клубничный тик-так. А че так много? Офигеть, как много, какие красивые все. Я сейчас буду краситься, у меня тут такой, ну, так скажем, срач, и у меня вообще такого на самом деле никогда нет, просто последнее время я всегда крашусь и тороплюсь куда-то, поэтому я все оставляю на столе раскиданным, потому что я не успеваю это все разложить, убрать, и не знаю, какой макияж буду делать сегодня, сейчас что-то посмотрю на Пинтересте, как правильно выразиться, блин, не знаю, и что, все идеи макияжа я почти все беру оттуда. Так. Это кто? Это Тим. Это Макс. У меня тут появилась информация, что Паша спал у девочек. Ты чего? Паша у девочек спал. Угу. А вот это что такое вообще? А почему он у вас спал? Это, вот ну, это что такое? Пришел тут девчонок, значит, кадрить. Мурик. Не надо так грубо, надо нежно. Нежно? Обними его, ну обними его. Бать, ну что,
Что тебе надо? Я тебе написала за все. Ему надо, чтобы ты покрасил сам. Да-да, Паш. Паш, ну давай, вставай, красить надо. Работа не ждет. Спасибо. Вы меня застали врасплох. Я собираюсь, у меня волосы. Спасибо вам, девочки, большое. Очень приятно. Ну, у меня как бы, ну, как бы там это. Смотрите, какого мне Гера подарил. Классного большого тролля. Офигеть. И вот такое, и вот такое. Вот уже тут все готово. Тут ребята все украсили. Смотрите, вот эти такие вкусняшки просто. Да что ты кричишь? Вот это очень вкусно все. Это спрайт покрашенный. Это Mountain Dew, это спрайт тоже покрашенный. Это, как называется, Schweppes с гранатом. А Гера решил покраситься в синий, а потом такой осветился и такой, зачем мне краситься в синий? Мне так нравится. Да, я попозже покрашу в синий. Я тоже в синий. Гера покрасился, поздравляю тебя. А во-вторых, приехал мой тортик. И мне очень интересно посмотреть, как он выглядит. Сейчас, если Дима не навернется. Ступенька. Что? Кристина сама волнуется, чтобы тортик был красивый, потому что нам не скидывали его фотки. Мы только скинули референс, да. Торт. Какой красивый тортик, офигеть. Какой ты красивенький тортик. Привет. Мама такая, конечно, розовая. Ну? Честно. Спасибо. Откуда? Левой. Очень круто, спасибо, мам. Давай я возьму. Корзиночка, ты хотела купить велосипед и ходить на пикники. Да. Чтобы ты ходила на пикники. Чтобы еда была. Чтобы стильные фоточки были. Вообще так, когда выбирали, сказали, здесь будут стильные фотки. Окей. Тебе снились единорожьи сны. Ну, чтобы подушка просто была. Да, у меня же нет. А тут, короче, ты сама посмотришь. Сейчас же в моду вернулись вот эти украшения из бисера. Я мечтала! Мы купили разные наборы. Я же говорю, что это классная идея. Да ладно! Это очень круто, это очень круто. Застежки, все. Спасибо! Нас тут автопати на все. Самые сильные остались. Ребята, всем привет! Тут очень шумно, извиняюсь за это заранее. Вы, наверное, многие видели, что в ТикТоке я обещала на каждые 100 тысяч подписчиков до 2 миллионов делать татуировку, которую вы напишите сами. Ребята, я решила, что на каждые 100 тысяч в ТикТоке я буду делать татуировку, вот. Поэтому совсем скоро у меня 1,6 миллионов в ТикТоке. Поэтому пишите в комментариях, какую татуировку сделать, и я ее сделаю. Вот, я выбрала несколько комментариев, и сейчас я приехала к Крис, любимый моей, человек, который делает просто самые лучшие татуировки в мире. И все мои татуировки сделаны у нее. Я ехала час, потому что мы живем за городом, и это просто какой-то кошмар. Привет! Я выбрала такую, точнее, вы ее выбрали. Она милая, хорошенький. Там еще, где, куда делал рисунки? Вот, там был выбор, но я, конечно же, выбрала, как он называется? Джиглипуф, вот. А нет, Клэфри. Нет, это Клэфри, да. Джиглипуф я знаю, как выглядит, там выглядит по-другому. Вот, как сейчас будем видеть. Смотрите, какой у меня тут срач. Мне привезли новый стол, я его уже почти дособрала. Вот так оно выглядит классненько, круто. Мне очень нравится. Тут стеклянная такая штука, то есть будет вот так вот вытыкаться, и тут все будет красиво. Вот зеркало, я, короче, не знала, как его закрепить, я его как-то припихнула тут, оно стоит, ну, достаточно устойчиво. Или вот такое зеркало заказала, я вообще не протирала, еще не вставила лампочки, но оно прикольное. Сейчас, если что, самый жаркий день, 30 градусов, и это просто какое-то убийство, просто ужас. Кстати, у меня для вас есть одна новость. Хочу вам сказать, что 13 июня у нас стартует бесплатный марафон по ТикТоку для новичков, вот. Поэтому, если ты хочешь создать аккаунт в ТикТок, научиться снимать классные видео, чтобы подать в рекомендации, научиться делать всякие переходы ТикТокерские, всякие другие фишки, то обязательно переходи в описание, там есть ссылочка, по ней ты можешь пройти этот бесплатный курс. Все внизу. Я буду собирать свой новый стол, буду все перекладывать, вот. Если вам понравился этот влог, то обязательно пишите мне об этом. Я старалась, это была такая сборная всего-всего, что происходит в моей жизни. Если вы хотите, чтобы я снимала такого больше, то дайте мне знать об этом. Всем пока!